Добрый вечер, Славучане. Сегодня у нас в гостях депутат городского совета, молодой депутат городского совета Шершин Сергей Леонидович. Он впервые стал депутатом в своей жизни. Впрочем, некоторые факты из его жизни вы сейчас узнаете из следующего сюжета. Сергій Шершень. Політична партія «Рідний дім». Рік народження 1962. Освіта вища, одружений, виховує трьох дітей. У Славутичі проживає з 1991 року. Обіймає посаду директора комунального підприємства дорожньо-експлуатаційне управління. Депутат восьмого скликання. Є одразу один вопрос. Вы только-только стали молодой депутатом. Вы один из самых молодых депутатов. Я имею в виду, что депутатского опыта у вас как такового нет. Да? Вот что-то вот с вашей точки зрения происходит именно так, как вы и планировали, или столкнулись с какими-то непонятными для вас вещами? Столкнулся. Совсем не так, как я думал. А что вы планировали? Планировал будет чище и честнее. На самом деле, тот опыт небольшой, который даже сегодня имеется, говорит о том, что нужно быть очень внимательным в работе депутатской нашей. Потому что столько политических всяких камней выходит, на которые даже не то, что не мог рассчитывать, но даже не мог предположить, что не могут быть. Они появляются, это неожиданно, и с этим приходится работать и бороться где-то. Я понимаю, что выборы состоялись по политической линии, да? Ну, мы никуда без политики не уйдем от этого, да? А вот выборы состоялись, есть 26 депутатов. Вы должны забыть о своих политических амбициях и уже работать для славучан, независимо от партии, либо так не получается? Я очень стараюсь именно работать так. Политику, политику отодвинуть дальше и заниматься только городом, только Славучием, и все делать для наших жителей. Тот опыт небольшой есть, которым я работаю директором коммунального предприятия ДЭУ, показал, что у нас очень много где нужно приложить руки наших специалистов, приглашенных специалистов. Вот. Но у нас очень много где можно работать. И для этого нужно работать. Поэтому есть и я как депутат, и как директор коммунального предприятия, я приложу все усилия, чтобы так и было. Вот. Я думаю, что на сегодняшний день в городе мало кто-то может сказать, что ДЭУ работает только на словах. Очень много мы делаем, исходя из тех возможностей, которые у нас есть на сегодняшний день. То есть у нас очень старая техника, у нас очень много проблем по ремонту этой техники, по содержанию техники, по расходам денег на содержание этой техники. Это проблема большая очень. Но мы стараемся. Если раньше было ДЭУ – это чисто убыточное предприятие, сегодня мы прибыльное предприятие. Я надеюсь, и дальше будем так же работать. Я знаю, был момент, я даже присутствовал на этой сессии, когда у вас были сложные отношения, как у директора ДЭУ, с депутатами городского совета. Сейчас все изменилось? То есть вот сейчас вам удается использовать, грубо говоря, свои депутатские полномочия и решать какие-то вопросы именно для ДЭУ? Знаете, на сегодняшний день я еще ничем не пользовался как депутат для ДЭУ. Это было в начале, когда меня назначали на должность директора коммунального предприятия. У нас были сложные отношения именно с группой ОПЗЖ. Но я думаю, я во всяком случае на это надеюсь, в процессе моей работы они поняли, что это не совсем то, о чем они тогда так усердно говорили. Сейчас у нас замечательные отношения и с депутатами, с ОПЗЖ. Общаемся, они видят во мне нормального человека, нормального ответственного руководителя. А у вас есть какие-то партии, с которыми вы никогда не сядете, условно говоря, там, за стол переговоров? Или вы все-таки стараетесь уйти от партийных принципов и на первое место поставить просто работу как депутата городского совета, как человека, представляющего интересы Славуча? У меня нет таких партий, с кем бы я ни сел. С фашистами не сядем, да. Вот. А так у меня совершенно другие принципы в жизни. Я не конфликтный человек, я настойчивый, требовательный, да. Вот, целеустремленный в плане, если мы идем к чему-то, мы обязательно дойдем. Вот, но стараться там с кем-то ругаться, конфликтовать нет. Только для работы предприятия, только для того, чтобы в нашем городе было лучше. Это моя принципиальная позиция. И давай тогда последний политический вопрос. А почему вы пошли от Рідного дому? Это совсем несколько черниговская партия, так скажем. Да, она немножко черниговская, но мы же очень близко возле Чернигова. И еженедельно, по большому счету, каждый
учения туда ездит и видит, как меняется город. Меня это тоже немножечко как бы так подзадело. У них хорошо, значит, и у нас должно быть хорошо. Вот. И все-таки вот было принято решение именно от этого дома, потому что мы видим, что на сегодняшний день это партия, которая не просто там словоблудием занимается, а партия дела. И мне это импонирует очень. А вот на ваш взгляд, я понимаю, что вы в партии тоже достаточно молодой политик именно в Рядном доме, но тем не менее, вы бываете в Чернигове, вы встречались с руководством, насколько я понимаю, скорее всего, с Отрощенко встречались. Какой опыт вы бы переняли вот у родной партии и у того же Отрощенко для того, чтобы применить Славутича и для вас, для депутатов, и для нашего города? Нашим лидере нашей партии импонирует его, скажем так, харизма. Вот, это человек, который за каждым словом стоит дело, и мне это очень приятно. Вот, мне импонирует его взаимоотношения с подчиненными, они чисто деловые, они, насколько я понял, очень порядочные отношения, и мне это тоже очень нравится. Давайте тогда перейдем к самому сложному вопросу, с моей точки зрения, дорога на якорь. Мы всегда к этой теме возвращаемся в начале лета, когда, ну, славычане пытаются поехать на пляж, несколько раз пытаются, потом плюют и не едут на пляж. Вот вы, как руководитель ДЭУ, прекрасно знаете эту тему и эту проблему. А теперь еще как депутат. Вот как вы смотрите на решение этой проблемы для Славутича? Все-таки дорога на якорь, она в какой-то степени лишает немного славутчан, ну, возможности в летнее время отдыхать, скажем так, полноценно. То есть поездка туда – это всегда проблема. Ну, скажем честно, мне стыдно за состояние этой дороги. Вот, и она у нас болит, вот, но есть ряд юридических нюансов, которые мы не можем перепрыгнуть, вот, но также есть и то, что на сегодняшний день ДЭУ не в состоянии самостоятельно решить этот полностью вопрос. Полностью отремонтировать ее, да. Мы не в силах, у нас нет той техники, когда-то она была в ЖКХ, когда-то она была успешно реализована куда-то. Вот. И на сегодняшний день у нас нет ни асфальтоукладочной машины. У нас, ну, не в состоянии, мы не можем этого сделать. Вот. На этих участках двух, это имеется в виду перекресток на выезде из Славутича и дальше туда за лесным участочек, там были проведены тендера на ремонт этих дорог. Вот. Это проводил областной УКС. Да. Вот. И мы, во-первых, не имеем права туда войти. Но и они еще до сих пор не начали там свои ремонтные работы, которые они должны были выполнить, эти работы. И получается так, и мы не можем там ничего делать, и они ничего не делают. А заложники, получается, жители нашего города. Я еще раз говорю, нам очень стыдно. Ну, как депутат, вы же теперь можете уже как бы обратиться уже к ним, ну, как бы с более высокой, не с позиции ДЭО конкурентной фирмы, а с позиции депутата городского совета. Почему и так далее? Я вижу себя в этом настойчивом требовании от областного УКСа, чтобы они все-таки выполнили свои обязательства, которые должны были быть выполнены. Я знаю, там были опротестованы эти решения прокуратуры, и вот там между УКСом областным и прокуратурой есть недоразумения какие-то, вот, которые не должны будут, я надеюсь. Ну, я буду настаивать на этом. Это все, что в моих силах, я буду делать. Скорее всего, те, кто проиграл. Да, скорее всего, конкуренты, кто-то выиграл, кто-то проиграл, вот поэтому и делят теперь эту. Хорошо. Дорогу. Ну, понятно, что в области дорог, в области коммунального хозяйства это ваше направление. Какие еще направления в деятельности депутатского корпуса вы бы себе, ну, составили как приоритет? То есть, где вам интересно и где вы могли бы приложить свои усилия? Знаете, я как бы 3 года работаю директором предприятия, очень хорошо понимаю, где у нас проблемы в городе именно в коммунальном хозяйстве. И где же? Вот. У нас большие проблемы, это, конечно, кроме нашего хорошего ДЭУ, есть проблемы и в ЖКХ. На сегодняшний день это большая проблема, которую надо решать. Каким образом она будет решаться, я немножечко как бы не вникал никогда, но теперь как депутат я буду этим более плотно интересоваться. Вот. У нас есть проблемы, конечно, с освещением в городе. Много ремонта нужно проводить по освещению. Это тоже у меня голова болит об этом. Ну вот. Но основное это, конечно, ЖКХ, потому что это большое предприятие, важное стратегическое предприятие для нашего города, которое нужно, по моему мнению, сберечь, вот, чтобы дальше мы работали все-таки. Без ЖКХ, насколько я понимаю, у нас не будет тепла в городе. Есть конкурирующие фирмы у них, которые там пытаются работать. Их не хватает. Мощностей все равно без этого ничего не будет. Поэтому ЖКХ сохранять надо обязательно, и чтобы оно было реанимировано и жило.
сегодняшний день, насколько я знаю, там арестованы счета. И это проблема не только у ЖКХ, но и тех предприятий, которые с ним сотрудничают. Даже взять тоже ДЭУ. Условия мы выполняем свои перед ними, но они не могут рассчитываться с нами за выполненные работы. И это тоже проблема для нас. Сейчас задам вам коварный вопрос. С точки зрения партийной принадлежности вы должны ответить по одному, а с точки зрения как депутат по другому. Словутич, Киевская или Черниговская область? На сегодняшний бесспорно это Киевская область. Вот. Но вы же рядный Дим. Хочу ли я, чтобы были в Черниговской области? Да. Двойственно, я вам скажу, у меня такое вот какое-то чувство. Я для себя до конца не решил еще. Вот, должны бы там быть. По уму, наверное, так будет более правильно. С другой стороны, ну, более практично, скажем так, если будем в Черниговской области. Но уже привыкли все в Киевской области. Хотя это какие-то трудности возникают ненужные для нас. Там, все эти оформления документов каких-то, там еще что-то. Это есть такие моменты. Ну, время покажет. Я думаю, в ближайший год-два мы будем понимать, куда мы идем, с чем мы идем. А почему Словутич заинтересовал Трущенко, с вашей точки зрения? Он все-таки хочет, чтобы Словутич был в Черниговской области? Наверное, да. Я думаю, да. Он хочет. Вот он понимает, да, что у нас есть и структура городская. Он понимает, что мы, как бы, город все-таки людей в основном с высшим образованием. Здесь есть потенциал, который, да. Здесь есть потенциал, где можно развивать. Вот, есть площадя, есть и электроэнергия, у нас все это есть, поэтому можно размещать какие-то предприятия. Я думаю, он очень хочет. Но с другой стороны, опять же, возвращаясь к Ридному дому, насколько я знаю, Трущенко патронирует асфальтовые заводы. У нас теперь с асфальтом будет попроще? Да у нас и так сложностей нет. Мы объявляем тендеры, проводим тендеры, покупаем асфальт у победителя. Покупали в этом году 350 тонн мы купили для дорог, еще 50 тонн мы покупали для коммерческих каких-то. Да не было никаких вопросов у нас с асфальтом. То есть мы своим аппаратом работаем, рециклером, тоже очень хорошо работаем с ним. Поэтому у нас по обеспечению материальных какими-то ценностями. С вашей точки зрения, кроме коммунального хозяйства, кроме ЖКХ, в каких еще направлениях вы должны двигаться депутаты городского совета, чтобы в случае было жить проще, интереснее и лучше? И богаче, может быть, даже. Как по мне, вот из того небольшого опыта, который есть, все депутаты должны забыть о своих политических амбициях каких-то, тем более надуманных. Вот, и посвятить свою работу именно только для одной цели, чтобы жил город, чтобы мы могли здесь развиваться, чтобы отсюда не уезжали люди, чтобы здесь было образование, не только школьное хорошее образование, но и какое-то ПТУ, техникум обязательно надо сделать. Это спортивный туризм, обязательно развивать надо. Туризм для взрослых людей, вот, то есть санатории какие-то организовать здесь надо, лес рядом, река рядом. То есть у нас масса, скажем так, направлений, где мы можем реализовать себя. Понятное дело, мы здесь не построим там фабрику по производству автомобилей, но вот это мы можем это делать. Вы понимаете, что работа депутата, она не всегда популярна, да? Вот иногда депутаты будут принимать непопулярные в народе решения. А вы готовы голосовать за подобные решения? Ну, вроде бы как житель вы против, но как депутат, человек, обладающий большим объемом знаний, большей информации, вы говорите, нет, все-таки надо проголосовать за это решение. То есть вы готовы принимать такие непопулярные решения? Наверное, готов буду, но после того, как проведу для себя анализ, действительно это непопулярное решение нужно для города. Просто так не буду. Вот. И мне кажется, надо пересмотреть все свои затраты, которые мы в городе там имеем на сегодняшний день, и быть крайне-крайне экономными в расходах. Не просто так деньги тратить, а со смыслом, чтобы эти деньги возвращались в город. Чтобы налоги платились в городе, не кому-то переводить эти деньги на сторону, за город, а именно, чтобы это было в городе. А на чем экономить? Я не знаю, понимаете, я не могу для себя на сегодняшний день провести анализ финансовый там всех предприятий, чтобы понимать, чтобы твердо вам ответить. Но я вижу по нашему коммунальному предприятию, если это было в год 7 миллионов убытка,
а сегодня мы прибыль приносим, то, наверное, мы где-то нашли те лазечки, где можно экономить, где можно не расходовать, а не расходованные деньги – это все равно, что заработанные деньги. То есть вы рекомендуете всем коммунальным предприятиям найти? Все абсолютно должны экономить. Не только коммунальные предприятия, это и освита должна экономить обязательно, вкладывать деньги в те проекты, которые должны быть. А на мой взгляд, содержать вот на сегодняшний день там… И, кстати, вопрос следующий был. У нас 4 школы, лицей, но они заполнены не полностью. Они очень даже не полностью заполнены. Поэтому там тоже надо пересматривать. Я уверен, что нужно сокращать. Но сокращать не так, чтобы мы оставили здание, сооружение. Но обязательно надо там или техникум какой-то, строительный, образный техникум. То, чего у нас нет. ПТУ, трактористы, машинисты, электрики, слесаря, все что угодно, которых в Украине сейчас очень мало кто готовит. Вот глядя на свое предприятие коммунальное, да, ДЭУ, я вижу, что не дай бог у нас уйдет хоть один тракторист. У нас некем его заменить. На сегодняшний день у нас большая проблема – это кадровая в плане трактористы, машинисты, бульдозеристы. Техника хоть старая, но какая-то есть, вот, а работать на ней некому. То есть если у нас уйдут вот эти люди, которые сейчас работают, они выходят в средний возраст уже от 50 и выше. Есть, которым уже и 67 лет у нас работает газосварщик. Ну, понятно, то есть это большая проблема. Это вот мы никогда ее не решим, если мы здесь чего-то, что-то не организуем, какое-то учебное заведение по подготовке таких вот кадров. Потому что кто-то уйдет, кто-то уедет, но кто-то и останется в городе. У нас будет из чего, скажем так, выбирать. А на сегодняшний день у нас вот все впритык настолько, что да, действительно, там работают великие патриоты предприятия ДЭУ. Вот. Но время идет, и мы должны к этому с пониманием относиться и смотреть немножко дальше, нежели там сегодня, завтра, за год. Да. Надо надолго. А высшее образование мы потянем, с вашей точки зрения, или это уже, увы, нет? Ну, у нас был когда-то. У нас же был, да, опыт такой небольшой был. Да, опыт небольшой политеха, был. Да, да, насколько политех, я помню, да. И Черниговского института были. Я, ну, если честно, я не думаю. Я думаю, техникум потянем, ПТУ потянем, а высшее образование вряд ли мы потянем. Но в этом должно быть заинтересовано, я так понимаю, Горанов, городское дело образования. Да? Конечно, конечно. Они должны проявлять они интерес и да. быть движителем да. этого самого процесса. Они двигатели должны быть, они должны быть впереди. Всего этого, и развивать это направление, это их чистая работа, и которую, да, с них надо это требовать обязательно. Вы когда шли в депутаты, вы явно ставили перед собой цели, что вот надо сделать обязательно, чтобы было вот это и вот это. И тогда можно честно сказать, что я депутатский свой срок отбыл не зря. И спланировал то, что спланировал. Вы можете раскрыть тайны? Когда вы будете подводить итоги 5 лет, чем вы будете довольны, если... Если, во-первых, если я добуду 5 лет, вот, да, вот. И второе, для меня, вот понимаете, как наша работа связана именно с тем, что у нас все время какие-то обстоятельства постоянно возникают новые, новые, новые. У нас есть отдел архитектуры, который много что хочет делать, у нас есть отдел благоустройства, замечательные работники там работают, вот. И они все время много-много что хотят. И мы рады это делать, и мы бегаем за работой. Мы то предприятие, которое бегает за работой. Мы сами бегаем, нам не надо подсказывать там что-то, что-то, что-то. Вот. Мы сами бежим за работой, мы сами инициируем, с ними согласовываем и это делаем. Это нам нравится. Вот. И у нас получается это. Вот. Поэтому сказать на сегодняшний день, да, у меня большая проблема – это дорога на якорь. Если мы ее сделаем, ну, я скажу, что мы молодцы будем. Вот. А по городу мы постоянно что-то делаем. У нас все время, вот видите, мы в ежедневном режиме на Фейсбуке выставляем каждый день отчет о своей работе, чтобы люди видели. Некоторые говорят, что мы пиаримся, никакого пиара нет. Наша задача – показать людям, что мы работаем. Каждый день мы что-то делаем. Вот. Есть, у нас было критиков много в самом начале, сейчас их значительно меньше. Вот, видят люди, что мы работаем, и не только на фотографиях видят, но и в городе видим, что мы все время чем-то заняты, что-то делаем. При этом надо сказать, что дорожные группы, коллектив совсем даже небольшой, которые очень много выполняют работ. Я им за это очень благодарен. У нашего города есть такая замечательная идея, ну точнее, ну, такая лозунг или бренд «Место новых идей». У вас есть какие-то новые идеи, какие хотели бы воплотить в жизнь в нашем городе? Не знаю, насколько они будут новые идеи, но мне импонирует это спортивный туризм. Я как бы
сам всю жизнь занимался спортом, для меня это близко. Вот. Меня также как бы импонирует и какая-то санаторный отдых для взрослых людей, для, может быть, для точников, можно для кого угодно делать. Здесь ну, город-сад, вот как есть такое вот словосочетание. Вот было бы хорошо. Вы считаете, что был город-сад, да? Да. Но да. К нему должна быть дорога к якорю. Якорю. Да. Без этого никак. Половина идеи упирается именно в... Мы уже половину сделали дороги ямочного ремонта. Мы молодцы, за два года мы его доделали. Но тот кусочек, о котором все болеют, ну, правда. Была возможность, мы бы сделали. Нам самим стыдно за это все. С вашей точки зрения, ну, вы же прекрасно знаете, что выборы у нас прошли, но с самой низкой явкой за всю историю вообще голосования в нашем городе. То есть у нас ну, обычно за 40% это в порядке вещей, а чаще и за 50%. В этом году, ну, 37,5%, 35,7%, по-моему, процентов. Вот с вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы поднять интерес жителей к выборам, к тому, чтобы они выбирали ну, и местные советы, и местных депутатов? Это потому, что они не верят во власть? И что вы должны сделать, вот, как нынешняя власть, для того, чтобы они в вас поверили? Да, такая проблемка, конечно, есть, да, такая проблема есть. Почему? Ну, потому что, ну, вот если анализировать последние там 2-3 года, это были выборы президента, которые были в таком ажиотаже. Да, вот, там 80%, да, это все, да. И после этого, когда люди не получают то, чего ожидают от вновь избранной власти, у них появляется немножко апатия, недоверие, да все одинаковые, там все. Наша задача на сегодняшний день убедить людей в обратном. По моему мнению, своей работой, не болтовнёй, а именно работой мы должны доказывать, что мы новая власть есть. Вот, кто-то в оппозиции, в конструктивной, подчеркиваю, очень важно, конструктивной оппозиции. Не просто болтать там нет и всё, вот, а обосновывать, почему нет. Вот, и это должны быть не выдуманные как бы так, тезисы о том, что нет, потому что вот так нет, а действительно посмотреть в корень этой проблемы. И что для этого надо сделать нам всем? Потому что оппозиция, которая ради оппозиции, это не оппозиция, это только те, которые мешают жить, развиваться городу, я считаю. Вот. Конструктивная, пожалуйста, должна быть. И критиковать власть надо не без этого. Вот. Но все должно быть в рамках, во-первых, приличия и в рамках конструктивизма. Я считаю так. Спасибо большое, дорогие телезрители. У нас в гостях был депутат городского совета Шершин Сергей Леонидович. Спасибо вам большое за беседу. До новых встреч, надеюсь. Всего хорошего, до свидания, удачи вам. До свидания.